Один из объектов первичного звена здравоохранения – это строительство районной больницы в поселке Асора. У нас был проведен аукцион, было подана только одна заявка, но 44-м законом, это всем известный 44 ФЗ о государственных закупках, он позволяет выбрать в том числе и из одной заявки, потому что это также считается, что процедуры состоялись. В настоящий момент у нас проведена проверка подрядной организации, которая должна выполнить проектирование строительства больницы и поставку оборудования под ключ.